Отопительный сезон в Угличском районе в этом году стартовал 8 сентября. Распоряжение включить отопление поступило от главы региона Михаила Евраева. Это связано с резким похолоданием и перспективой дальнейшего понижения температуры. Глава района Анатолий Курицын проверил работу котельных, отапливающих город, которые находятся в ведении акционерного общества «Малая комплексная энергетика». Там было разбито поэтапно 8, 9, 10, 12 котельные запускались, да, согласно постановлению главы. Значит, все котельные у нас были готовы к отопительному сезону. Проблем входа и запуска котельных не было. Котельная в районе порта работает на 3 котлах, но сейчас с подачей тепла справляется и один котел. Второй находится в резерве. В настоящее время ведутся запланированные ремонтные работы 3-го агрегата. Сейчас запущен, согласно температурного графика, один котел. Даже у нас есть и второй котел для резерва. Но на минусовые температуры зимой, там при минус 20 градусах, да, мы восстанавливаем планово 3-й котел. Чтобы у нас было в работе 3 котла. Накануне многоквартирные дома номер 2А, 4 и 6 по улице Спасской оставались без отопления в связи с аварийной ситуацией. В настоящее время здесь ведутся ремонтные работы, связанные с заменой труб. По словам коммунальщиков, авария будет устранена в кратчайшие сроки, и тепло по данным адресам поступит в ближайшее время. При ремонтных работах, да, выявился участок трубы, который нужно экстренно заменить. Сейчас меняется эта труба, и как бы и тепло будет подано. Ростовская улица, значит, мы знаем, где у нас, значит, тоже есть утечка. Значит, после Спасской мы перейдем туда. Сейчас у нас по 9 января от котельной, самое главное, запитана вся соцсфера. Теплоснабжающие организации Угличского района запустили котельные с 8 по 12 сентября согласно графику. Запуск системы отопления – процесс постепенный. После открытия задвижек в домах и учреждениях идет настройка и наладка необходимых параметров. Все проблемы, возникающие с отоплением в отдельных домах, устраняют управляющие компании. И если в доме или квартире они есть, в первую очередь необходимо обратиться в управляющую компанию, которая обслуживает данный объект. Напоминаем также телефон единой дежурной диспетчерской службы Угличского района 8 48 532 5 00 01.